بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Медициналық академияның 5-ші курсының студенті 21 жастағы Адинай Мырзабекова өлкөдегі оор кырдаалда Бишкекте ачылған күндүзгү стационарлардың бірінде медайым болуп иштеп жаткан. Ал акыркы 11 күндө абалы оор бейтаптар жаткан кызыл зонада иштеп, илдет менен күрөшүп келген. Кесипке өмүрүн арнаган Адинай келечекте көптү үмүттөндүргөн дарыгер болмок. Тилекке каршы анын шуурудай тизилген максат тилек ишке ашпай, ал турсун арабызда өзү жок. Адинай Мырзабекованын атасы Замирбек Жээнәлиев кызынан айрылып канчутуп турган убагы. Кызым ушундай абалда элге кызмат кылам деп өз ыктыяры менен иштеп жаткан дейт ал. Биздики ошо бардыгы ошо 4 кыздуубуз. Адинайыбыз болсо 2-ші кызыбыз. 98 жылы төрөлгөн. Мобаракке 2 августта 22 чыкмак буюрса. Бирок буйрубагалы ошо иштеген эмесинен нагрузка болду, кандай болду ушул. Анын ичинде кызыбыз каза болуп калды. Ошол ушул Юрьевка айылында төрөлүп, ошо Юрьевка мектебинде окуп бүтүп Ахунбаев атындагы жанагы кыргыз мамлекеттик медакадемиясында окуп 5-ші курсун бүткөн да 6-ші курска көчүп волонтер болуп иштеп жүргөн отель Discovery'де. Азыр эме болоду жанаки обсервация түзүлүп анан ошо жакында ошо бригадага волонтер болуп кирген да. Бул биринчи этап жанагы 15 күндөн экен. Мусу бүтүп баратканда булар сразу продлевать этип бир аяга деп контрактка кол коюп берип ошо сүйлөшөсүздөр да. Анткени жана азыр врачтар кошо өздөрү да оорушуп анан өтө улгайган врачтар да иштелбейт. Анан булар жаштар да бай биз деле врач болуп калдык, биз деле иштеп берели. Азыр элдин баары ооруп атканда биз үйдө отура албайбыз деп анан ошого макулдугун берип коюшуптур да. Анан уже баарын сүйлөшүп уже кете турган учурда биз угуп калдык. Отговорить этип айтып көрдүк, ата эне болгондон кийин все равно баланы ойлойсуң да. Барбай эле койсоңчу кийин деле окуп бүтүшүң керек, бул негизи опасный деп баланы ойгонду аябайсың да. Өтсөк жок, биз макулдугубузду берип койдук, мен барышым керек, иштешим керек деп. Андан кийин ошо каза болоор күнү түштөн кийин мен телефон менен байланышып сүйлөшкөм. Сүйлөшкөндө биз болсо бригадабыз менен ошо 15 күн эмес 30 күнгө деп узарталы деп кеңештик, макулдугубузду берип атабыз. Бабанов келсе ошо контракт түзүп ошо 30 күнгө калганы ошо калганы болбой уктайт да. Андай кылбай эле ошо 15 күнү бүткөндөн кийин кайра эле үйгө эле кел, эс алып алып анан мейли эс алгандан кийин кайра иштесең мейли эле десек, ден соолугунда чыңап үйгө эле кел десек. Азыр доктур жетпей жатса мен үйдө отуруп алганга мне совесть не позволяет да ошо орусча аралаштырып сүйлөшчү да кызымчы. Мен антип чыдап отура албайм, билимим бар, биз уже без 5 минут врачи, врачтар жок болуп атса анан кийин биз болду отработали свое, теперь я буду отдыхать деп андай болбойт. Биз макулдап койдук, да ошо толугу менен бир ай иштейбиз деп койду да. Ошону жакшынакы эле анан ден соолугуң кандай, жакшыбы, чыдайсыңбы, иштеп атасыңбы, защитный комплект баары соблюдать этип атасыңбы десек, баары жайында, баары ордунда, кыйналган жокмун, анан иштеп берем, анан буюрса ошо бир ай болгондо кайра бошонуп эс алабыз деген да. Ошону сүйлөшүп коелу эле атсак, анан кечинде жаман болуп атат, кызарга деп эле чакырып калды. Барсак уже скорый помощь кечиккенби, кандай ушул жетишпей калдык, спасти не смогли деп ошондой кабарды, жаман кабарды угушту ошо сүйлөшкөн күнүчү. Кече күнү коюп жайына коюп эметтик ошо кызыбызды. Жанысында болсо жакшы болмок, анан бирок азыр ушу элибиз кыйналып атат, оору күчөп атат. Анан мен колуман келгенин да билген
билимимди салымды кылайын ошо эки ооруга дагы деп ошо болгон салымын салып полностью төгөнгүчө салдык ошо. Ошо менен өзү да күйүп кетти кызыбыз. Алтынай Мырзабекова мектепти алтын медаль менен аяктап, алдыда медициналык академияны дагы кызыл диплом менен аяктаар алдында турган. Алдында толтура максаттарды койчу да. Мектепте окуп жүргөндө эң жакшы окуду. 11-нчи классты бүткөнчө отлично окуду. Алтын медаль алды. Ойрутан 207 балл алды. Анан мен доктор болушум керек деген ушул кичинекей кезинен ушу ою бар болчу, ошого жетем деп медакадемияга өтүп окуп, мектепте мугалимдерим бар, мактарчу, тырышчаак, алдына койгон максатына жеткенге аракет кылчу, андан ары китепти көп окучу, аябай. Анан сабакты эле окуй бербестен бизде айылда сыртта оокат көп да, ошонун баарын өзү кылчу. Анан студент болуп жүргөндө субботалар да келет да, келгенде ушундай бизге карамдуу болчу: мама, папа, вы должны отдыхать деп болгон жумушубуздун баарын жасап берчү. Я понимаю, у вас сына нет, вам тяжело. Сырттагы даже поляга чейин барып болгон жумуштун баарын бизге жасап берип кетчү. Кызым, жазабай эле кой, сен и так эле окуп жүрөсүң, чарчайсың десем: жок мама, бир күн болсо да мен келгенде сиз эс алып алыңыз деп ушундай заботилась, она ушундай внимательная. Мама, вы про себя забыли дечү. Вы только думаете о детях, нельзя быть такой. Деп келген сайын ошентип айтчу. О других дочерях, обо мне не думайте, я справлюсь, деп ушинтти да. Вот последний раз она мне вот так сказала. Үч кызыңды жакшы көр, помимо меня, үч кызыңды жакшы көр. Вон, любовь свою ошолорго бер, мага эмес, деп ушинтти да. Но мне кажется, она чувствовала это все. Она вот меня готовила к этому. Потому что Германия, кетем деп, мы вот с января месяца все документы оформили уже. Визу она получила, Шенген. Чуркап жүрүп алды да. Өзү чуркап жүрүп. Мы вот ей загранпаспорт взяли, помогли. А остальное өзү чуркачу да. Она очень сильно расстроилась из-за этого, из-за того, что все закрыто было. Мына 22 июнда буюрса Кыргызстан, Турция ачылат экен. Я уже билеты буду покупать, деп мы ей деньги привезли. Билеты столько-то стоят, бүт акчаны эсептеп бизге берди, мы ей привезли. Эмки жумада барып билеты куплю, деп так радовалась. Она думала, вот все, уже ее мечта сбудется, деп. А потом, когда сказали, все закрыто, аябай расстроилась. Она хотела весь мир посмотреть. Она вообще, у нее планы такие. Эмки жылы ординатураны в Питере буду учиться деген. Или в Турцию, если поступлю в Турцию. Если нет, так в Питер поступлю. Вы отпустите меня, деп сураганда, вот перед этим мне. Конечно, твое желание, это твое желание. Без теген против не можем идти. Все, что ты захочешь, ушел болот, мы тебе поможем. Она: мам, там такие деньги большие, 200 тысяч. Умели 200 тысяч, им без аман был сок, тавал заданы, мы трудимся, в поте лица трудимся, чтобы у вас это будущее было. Мага, мен ушу последний день, мага келип тирп пропущенный болуп калыптыр, мен аны албай калыптырмын. Вот тот день 13-го сүйлөшкөн эмесмин да. А вот с отцом она сначала с папой поговорила, а потом мне позвонила. Ошол эле, а мага түшпөй калыптыр, даже вот гудок келген жок. Анан мен, у нас үйдүн ичинде интернет плохо ловит. Анан сыртка чыксак эметти. Пропущенный келбеди. Вот тогда я, когда я узнала пропущенныйды, когда мы уже в город ехали, когда нам сказали: родительское собрание, приезжайте. Они нам не говорили, что вот такое горе.
собрание родителей, пожалуйста, приезжайте быстрее, дегенде. Но я почувствовала, что это не то, наверное. Я мен кайра, что с ней десе, нормально, все нормально, не переживайте, деп койду. Ушинтип койду, да? Анан бир жолу вот, я еще говорила там, эки жыл мурун она в обморок упала, потому что переутомилась. Потому что она хирургию, что ли, вот 3 раза заходила, сдавала. А потом мы ее пролечили, мы ей прокапали, мы все сделали. Тоже кардиограмма от Тартхамбас. Я ее в Кант привезла сама. Она докторка Горгозы назначение алы, потом ее мы прокапали, 7 дней прокапали, все нормально было. И когда мы ей давали вот назначение, она говорит, ой, вот это лекарство не мое, зачем мне это? Даже уж врач-то, троме сейчас Горгозы, был мендарный чипем, да пишпе хочу. Вот постоянно мы вот следили за ее здоровьем. Башын орган жокпу, иштекен орган жокпу. Медосмотр каждый год они проходят, медакадемия. Каждый год. Элди дарылап иштеп жаткан, дарыгерлерге стационар ачкан адамдар өтө жоопкерчилик алып, аларга шарт түзүш керек дейт Адинай Мырзабекованын апасы Дилбар Молдокулова. Сознание потеряла. Эмнеге сознание потеряла? Или это сердечный приступ? Или это пневмония так, шунтип кулайбы, я вообще не понимаю. А у нее не было ни температуры, ничего. Температуру, говорит, мы через каждые 2 часа проверяем. У нее никаких симптомов не было. Кашля не было. Не знаю. Или это действительно пневмония такая, бессимптомная. Потому что у меня была обсервация отчет, когда вот им дают помещение, да? Врачи, когда открывают обсервацию, они должны предусмотреть все. Все, что, сколько коек, что надо, что необходимо. Вот это должны были они предусмотреть. И подать список. Например, кто там организатор этой обсервации, да? Ошого бербейби список. Вот так, вот так. Чтобы у них условия были, чтобы питание нормальное было, чтобы сон, отдых нормальный был, чтобы у них горячая вода, все условия были. Ошону, прежде чем открывать обсервацию, я думаю, вот эти доктора, они должны были все это предусмотреть. Прям посписочно, я зашкрек получу. Вот они говорят, мы не спасли, потому что не было вот этого. А зачем тогда обсервацию открыли, если там ничего необходимо? Зачем тогда скорую вызывать? Беринчи скорую гельтер, у них нет этого аппарата. Вызвали другую скорую. Ал гельди, ал гергендей, уже 3 минуты, мы опоздали, оказывается, да, где-то ваш. А все это должно было быть именно в обсервации. Зачем они должны были ждать, вызывать? Они все должны были подготовить заранее. Реаниматорлардан бар, бизге берип турулач, биз эми быстро жасабалабы деп туруп, жүгүрүп ачтык даже. По их словам. Вот и залог, давайте что-то, ключи, документы, что-то оставим, давайте, да? Нам не положено отдавать такое-то. Ваши проблемы, да? Я теперь не это хочу, чтобы другие люди, ладно, моя дочь, мы ее похоронили. Но 1000 матерей есть таких, как я не хочу им такого. Я никому не желаю такого, как Меникин, куда Эчинга, Бервесин. Ни одной матери я не желаю. Поэтому наше государство, все доктора, все организаторы вот этих обсерваций, они должны были учитывать все, они должны были заботиться, они должны были сократить время работы. Зачем так их нагружать? Они должны были все условия создать. А если мы всех врачей потеряем, что тогда будет? Ладно, мен кызым кетти. Я не хочу, чтобы дальше это продолжалось. Я не хочу, чтобы другие дети, другие молодые люди... Вот так страдали. Другие матери так страдали, не хочу. Поэтому я хочу, чтобы прежде чем что-то делать, хорошенько подумали, подготовились. И доктора должны это делать. И организаторы, и правительство, и все-все-все, они должны были все вместе это делать. Ну, сатты, өзі тартып тұрчу. Сүрке тартып салып берілді. Такой-то год, такой-то год. Каждый год она вот любила по саду гулять, яблоки есть. Каждый год. Мам, это такой год. Помните, какие деревья маленькие были? У нее привычка сорвалась, что? Вот этот сад она любила очень. Биржа кушмена средка тартат, она сохранит этот год. А без унты поймок, что? Гинктилы именно ошел дыры келіп, ошел дырлы, кайра тартат, кайра сравнит этот. Кыш мезгили, жаз мезгили. Анан бир 3-4 жыл мурун ушулле бак, мындай болчу азыр мурун. Как-то бирле точка менен ошо сравнивать этот. Или она анализировала, или просто... Смотрите, как у нас сад большой стал. Смотрите, что изменилось. Угадайте, что вы видите. И мне в прошлом году не было, в этом году появилось. Без газа тартып, дверь тручушь. Ну, да, я же говорю, творческий человек. Он башкача мышление сволочу. И у нее память отличная была, феноменальная.
Вот когда она книгу читала, она могла за 5 минут Бетпарнеля прочитать, пересказать. Быстро читала и быстро запоминала. И прям подетально пересказывать это хочет. Да? Вот мне Надюша до чем, да. Моему Надюша не нравится мне, но меня все время я Надюшей называла. А меня чем толк узнен документальный атмен на этот пересказал пожар? Чем он вон дошел пересказал? Халфлат. Она харгишинде дошел пересказал меня там до Джарашпай. Нормально узнен на этот мен айтсар, чем он вон дошел атмен на этот. Дед, я старался узнен на этот айтрангач. Супер кейчи порталы Адинай Мырзабекованын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт.